Под праздник, под воскресный день, пред тем, как на ночь лечь, хозяйка жарить собралась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой, мне только дверь и закрывать, другого дела нет, по мне пускай она стоит, открытой сотню лет, так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. Давай, старуха, помолчим, а кто откроет первым рот и первый вымолвит словцо, тот двери и запрет. Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, часы в углу стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. 2 незнакомца входят в дом, а в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старик, старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха. Хозяйка, не гу-гу. Нашли табак у старика. Ах, хороший табачок. Из бочки выпили пивка. Хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят, а сырой у них пирог. А им во след старуха: нет, пирог мой не сырой. Ей из угла старик в ответ: старуха, дверь закрой!